Volkswagen платит за выхлопной скандал. Новый гендиректор немецкого автоконцерна Матиас Мюллер объявил, что компания откладывает или отменяет вовсе инвестиционные проекты, не являющиеся жизненно важными. Таким образом, Volkswagen сокращает расходы. На встрече с рабочими главного предприятия в Вольфсбурге Мюллер опроверг слухи о возможности увольнений, а компания обеспечивает работой 600 тысяч человек по всему миру. Ранее корпорация выделила 6,5 миллиардов евро для замены на 11 миллионах автомобилей программного обеспечения, которое занижало реальный уровень вредных выбросов двигателя. Но это, вероятно, только начало. Возможные штрафы лишь в США оцениваются аналитиками в сумму от 7 до 18 миллиардов долларов.